Итак, всем доброе утро, шалом из святого города Иерусалима. Я сейчас приехал в Иерусалим. Всем шалом, шалом, хелло, бонжур. И мы продолжаем изучать великую-великую мудрость, поучение отцов Тора, Яков Шатанин, шалом. Увидимся с Божьей помощью на следующей неделе. Я здесь. Значит, и мы продолжаем изучать 4 главу Пиркей Авот, поучение отцов. И, значит, сейчас мы продвигаемся вперед. Значит, вот мы изучили, Раби Йоси нам говорил, что надо почитать Тору. Дальше Раби Шмейр говорил, что нужно отойти от суда, стараться никого не судить, потому что, когда ты кого-то судишь, ты по-любому с кем-то впадаешь в конфликт, а самое главное, что та мера, которую ты судишь, судят тебя с неба, и поэтому лучше вообще не судить, как говорится, не суди, не судим будешь, но по-любому нельзя так сказать, что не судим будешь, мы все судим и будем, и есть, и будем, но вопрос, какой мерой мы будем судимы, это вопрос. И сегодня у нас очень интересная мишна, вообще прям Алекс Поделка, шалом, да, Влада Тим, всем-всем доброе, добрейшее утро, Геннадий Шумаков. И, значит, Анжелика Разводовская, hello, шалом, значит, Рут Иляева, Анатолий Касабуцкий, привет всем из Минска, Давид Животовский, шалом, и, значит, шалом Читихачук, все здесь, значит, Ботер Тов, говорим, отлично. Значит, все, мы двигаемся дальше. Раби Йонатан говорил интересную вещь, что, кстати, интересно здесь вот, что сам Раби Йонатан, который это сказал, он был, значит, очень бедный. И было много мудрецов очень бедных, да? Значит, и говорил Раби Йонатан так. Коля Микаем это Тора Меони. Каждый, кто Микаем это соблюдает, как бы делает, да, делает Тору из бедности, Софоли Кайма Меошер. В конце будет ее делать, да, выполнять, соблюдать, выполнять, устанавливать. Ликаем это давать ей существование из богатства. Выколя Миватель это Тора Меошер. И каждый, кто Миватель это обесценивает, как бы не занимается Торой из богатства, когда он находится в богатстве. Суфоли Ватла Меони. В конце он будет ее точно Ливатель, это ее обесценивать, убирать из бедности. Очень интересная вещь. То есть здесь разбираются два, как бы три аспекта, да? Три аспекта. Вот есть Тора. Что такое Тора? Тора – это божественное знание от Бога, как надо жить в этом мире. То есть, или ты живешь как по Торе, или ты живешь не по Торе. Или ты изучаешь Тору, или ты не изучаешь Тору. То есть, понятно, что такое Тора. Теперь есть здесь вставлена еще такая вещь – Левотель Тора в Ликаем Тора. Значит, Ликаем Тора – это брать это знание и превращать его в жизнь. Превращать его в действия, превращать его в материальные какие-то результаты. То есть, не просто… Ну, есть Тора и есть я. Есть Тора и есть жизнь. Ликаем – это брать Тору и жить по Торе. Левотель – это брать знания Торы и его как бы обесценивать, не жить по нему. Да? Теперь еще есть два здесь понятия – бедность и богатство. Значит, бедность и богатство, и говорит нам Раби Йонатан, что тот, кто ее устанавливает, делает Тору из бедности, будет потом делать это в богатстве. Кто этого не делает в богатстве, потом не будет делать и в бедности. Что такое бедность и богатство? Давайте разберемся. Значит, в начале 4 главы Бен Азай, такой великий мудрец был Бен Азай, он сказал нам, что кто такой Миашир, кто такой богатый. И он нам ответил, богатый это Асамех Бехалко, тот, кто рад своему уделу. То есть он по Торе богатство это не... И дальше он привел отрывок из псалмов, что идиат капейха титухаль, плоды рук своих, когда ты будешь кушать, ашрейха ветовлыха, счастлив ты и хорошо тебе. Ашрейха беоламазе, счастлив ты в этом мире, ветовлыха леоламаба, и хорошо тебе в мире грядущем.
То есть богатство по Торе это не миллион долларов и не миллиард долларов. Богатство по Торе это когда ты зарабатываешь и тебе хватает на твою жизнь, на твои потребности. Это уже человек богатый, у кого есть излишек. Кто такой бедный? Бедный это человек, который у него не хватает. И неважно, у тебя миллион, 10 тысяч или миллиард, если тебе не хватает, значит ты бедный. Теперь давайте все это свяжем вместе. Значит, сказал нам Раби Йоханан, Йонатан, тот, кто делает Тору из бедности. Вот есть человек, ему не хватает. Ему реально не хватает. Например, я жил в свое время в ситуации, когда у меня был минус в банке. Да? То есть я работал, у меня была, например, там полная занятость, и мне этих денег не хватало. А я хотел написать книгу, я хотел получить новую профессию, я хотел развиваться. И у меня вообще не хватало. То есть у меня получилась такая ситуация, что даже если я работаю полную занятость, мне не хватает денег, чтобы обеспечивать нужды своей семьи, там у меня уходила большая часть моих денег на съем квартиры, например, да. А если я хотел еще написать книгу и так далее, у меня вообще не хватало. Это была реальная бедность. Но я продолжал соблюдать заповеди, молиться, то есть я все соблюдал. Вот именно в деле соблюдения Торы я ни в коем случае не хотел ослаблять свои заповеди. Теперь мы знаем такую интересную вещь. Я просил все время Бога, чтобы Бог мне дал возможности реализовать мои какие-то цели, мечты, в том числе и финансовые цели. Теперь, чем тебе сложнее, то есть одно дело, когда человек выполняет заповедь, ему легко. Это одно дело. Другое дело, когда он выполняет заповедь, есть тоже в Пиркей Авот такая, как знание такое, что «липум цара агра». Чем больше страдания, тем больше награда. И высшая степень – это месерут нефеш, когда человек готов умереть, выполняя заповедь. То есть он отдает за волю Всевышнего, отдает свою жизнь. Это вообще самый высший уровень близости к Всевышнему. И естественно, что когда человек выполняет заповеди, это называется «бемесерут нефеш» с… самоотверженно, да, можно так перевести это слово, или когда ему очень тяжело, то есть он бедный, но он выполняет заповеди, он дает цдаку, он не пропускает, то естественно, что чем ему сложнее в бедности выполнять заповеди, тем большую награду он за них получает. Естественно, что бедный человек, скорее всего, я лично по себе знаю, он просит у Бога, чтобы Бог решил все его финансовые вопросы. Он просит Бога, дай мне деньги, дай мне пропитание, дай мне, чтобы мне хватало на все. И если он выполняет заповеди и просит у Бога то, что ему надо, то в момент, когда ему тяжело, он получает от Бога ответ. Как мы говорим в Ашре Йошве Бесеха, в псалме, да, что Бог, он приближается ко всем, кто хочет приближаться к Богу. То есть и чем больше человек, он... как сказать, взывает к Всевышнему, да, тем больше Всевышний отвечает. Часто бывает, что бедный человек, он перестает даже просить о чем-то большом, он просит о каких-то мелочах, и Бог, в принципе, он ему дает эти мелочи, но если бы он в этот момент просил о чем-то большом, то, возможно, Бог бы ему дал бы и очень большое. То есть, понятно, да, в этом? Каждый, кто соблюдает Тору в бедности, говорит нам Раби Йонатан, в конце будет ее соблюдать в богатстве. Но из богатства, как бы. То есть тут можно так понять, что когда у него будет избыток, когда у него будет хватать ему на все, он все равно будет соблюдать Тору, потому что он даже в бедности не бросил. Но тут интересная вещь происходит. Когда у человека начинают ему приходить деньги, он не может остановиться. То есть ему уже достаточно на то, чтобы обеспечивать все свои нужды. Я помню, я когда-то у Бога, вначале я просил у Бога, там, 3000 долларов в месяц мне надо было, чтобы решить все свои вопросы. Когда я начал зарабатывать 3000 долларов в месяц, я начал просить 10. И так далее, и так далее, и так далее. Как сказал царь Соломон, Шломо Амелех, он сказал так, что «Эн адам мэт вэхатси митаавато бэйдо», что человек никогда не умирает, чтобы половина из того, что он хотел, было бы в его руке. Сколько бы у человека ни было, он тут же начинает хотеть еще больше, еще больше и еще больше. Так оно работает, так оно устроено. Теперь двигаемся дальше. И каждый, кто не выполняет Тору из богатства, богатый человек, ему Бог все дал, а он сидит себе и думает, вот, он думает, конечно, чем бы заняться.
Чего ж тебе чем-то заниматься? Занимайся Торой, занимайся благотворительностью, делай добрые дела. Нет, если он этого не делает, тогда Бог через какое-то время понимает, что он дал этому человеку богатство как ресурс для улучшения мира. Если он этого не делает, тогда это богатство легко уходит. Я на своей памяти встречал очень множество людей, которым Бог давал богатство и у которых Бог забирал богатство. Это очень часто бывает, да, когда человек взлетает, как колесо такое взлетает. И есть еще такая, в Мишле мы учили такая фраза, что перед разрушением подъем. То есть вот человек поднимается и думает, что все, он уже поймал птицу счастья за хвост. И в этот момент, и у него все рушится неожиданно. Понятно, да? Так теперь, тот, кто из богатства не соблюдал, не выполнял Тору, он и в бедности не будет ее выполнять, потому что, когда у него было все хорошо, он не выполнял, скорее всего, он в бедности не будет ее выполнять. Так оно работает. Теперь я хочу рассказать одну историю, которая вот это все иллюстрирует. Когда царь Соломон, он еще только, вот он принял царство, ему было 12 лет тогда, рассказывается, что он, ну представьте, 12-летний подросток, можно так сказать, становится царем Израиля. То есть, естественно, у него много братьев. Там же, как он стал царем, царь Соломон? Царь Давид уже был пожилой, и он уже плохо себя чувствовал. Был старший брат у царя Соломона от другой жены у царя Давида, Адония его звали. Он уже готовился к тому, чтобы стать царем. Он уже вел себя как царь. У него были уже такие, перед ним шли люди, охрана там и так далее. То есть он со всеми налаживал вопросы, он встречал людей, которые шли в адвент. Ну, то есть он уже практически захватил власть и собирался уже объявить себя царем. И вот он, Адония, он, значит, решает, что вот сегодня он себя будет объявлять царем. Собрал всех своих сторонников, да, такой заговор. И они в том месте, где под Иерусалимом такой есть, как бы, родник, где обычно короновали царей. Значит, он там решил объявить себя царем. Адония, это старший брат Шлома, то есть сын царя Давида у другой жены. В это время пророк Натан, он пришел к Батшеве, маме царя Шломо, и говорит, ну что говорит, все говорит, сейчас Адония станет царем, и он тогда убьет твоего сына Шлома. А раньше было так принято, то есть если ты, жизнь была борьба такая, джунгли, это сейчас люди такие более-менее стараются быть добрыми, но тогда это было все жестко, то есть всех претендентов, как есть даже в Торе такое выражение, тот, кто пришел убить тебя, убей его первым. А так как в то время было очень много людей таких злых, и люди знали, что они готовы друг друга убивать, да, то, понятное дело, Адония сразу бы уничтожил своих всех конкурентов. И в общем, он бы убил Шломо. И приходит пророк Натан, приходит к маме, к Батшеве и говорит, смотри, сейчас Адония объявит себя царем, и, значит, все убьют твоего сына. Иди к царю Давиду, он же тебе клялся, что будет Шломо царем. Батшева идет к царю Давиду и говорит, ты же мне клялся, что будет мой сын будет царем, да, как, ну, когда на мне женился. Значит, а там была очень интересная история, сейчас я ее не буду повторять, я ее уже много рассказывал в уроках, как была вот эта связь царя Давида с Батшевой, и почему именно он поклялся, что царь Шломо будет царем после него, но он поклялся, он пообещал. И тут заходит пророк Натан и говорит, так, говорит, вон Адония сейчас себя объявляет царем, но он поддерживает Батшеву. Царь Давид встает, он уже был пожилой, уже это было буквально перед смертью его. И он, значит, садит царя Шломо на такой был белый осел, такой, да, преда, это смесь лошади и осла, и вывозит его в город и объявляет всем, что после меня царем будет Шломо. Начинают трубить шафары, там люди за городом услышали, что что-то происходит, пришел к ним гонец и говорит, царь Давид передал царство Шломо. И сразу все разбежались от Адония, от брата Давида, все разбежались, там, ну и так далее. В общем, представьте, ему 12 лет, он, кстати, Адонияу потом казнил, царь Шломо приказал казнить Адонияу тоже, потому что тот хотел убить его, значит, если кто-то хочет убить тебя, то ты должен убить его первым, иначе он убьет тебя, это как бы понятно.
Но в чем идея главная, то, что я хотел рассказать. Когда царь Шломо в 12 лет встал на престол, то вокруг него война, вокруг все такие там дикие дикари какие-то, там все воюют, все друг друга убивают. Средняя продолжительность жизни 30 лет, работать никто не хотел, все хотели забрать у другого быстрее, значит, чтобы, ну, как бы успеть в свои 30 лет все успеть, да. Вот это Александр Мукдон, это был чуть позже, македонский, который с армией весь мир хотел захватить и успел там до 30 лет это сделать. В общем, я хочу на другую вещь обратить внимание. Царь Шломо, царь Соломон, когда он вступил на престол, рассказывает Тора, что к нему пришел во сне Всевышний, Бог. То есть, это, когда мы говорим «пришел Бог», то есть у него был контакт с Божественным. Да? Как это было? Это не то, чтобы пришел Бог. То есть Бог раздался ему голос, да, как-то во сне. И говорит, смотри, в заслугу твоего отца, царя Давида, и ты сейчас царь Израиля, проси, что хочешь. Что ты хочешь? Я все тебе дам. Вот все, что ты сейчас попросишь, я тебе дам. Значит, хочешь ошер, богатство, я тебе дам. Хочешь нехасим, имущество, я тебе дам. Хочешь кавод, чтобы все тебя знали, все тебя почитали, все тобой восхищались, я тебе дам. Хочешь власть, души твоих врагов, чтобы ты стал воином, как царь Давид, и всех врагов уничтожил, я тебе дам. Царь Шломо во сне, он говорит, нет, говорит, не это я хочу. Я хочу, говорит, только одно, я хочу божественную мудрость, я хочу быть мудрейшим из людей, я хочу знать все, как работает, я хочу знать именно Тора, божественная мудрость, знание от Бога, как все работает. Дай мне только божественную мудрость. Все остальное, вот, я только это хочу. Вот дай мне это. И Бог ему написано дал, а вместе с божественной мудростью он получил все остальное. Теперь, как это нас касается. Вот возьмем мы человека, любого человека. Он живет в мире какой-то системы координат. И даже если он заработал деньги, да, к нему пришли какие-то деньги. Это ничего не значит, кроме того, что к нему пришли какие-то деньги. Может, повезло, может, он разобрался, как продавать какие-то там кирпичи или производить какие-то там плиты или что-то делать. Он разобрался в одной вещи. Эта вещь нужна людям. Он разобрался, как ее масштабировать. И он поэтому заработал деньги. Все. Богатый человек – это только деньги и не более того. Теперь дальше. А дальше у него же жизнь. У него, ему надо знать, как строить семью. Ему надо знать, как заниматься здоровьем. Ему надо знать, как строить отношения с людьми, как строить отношения с властью. Ему много надо знать всего, и все это есть в Торе. Но если он хотя бы один аспект своей жизни строит неправильно, семья, здоровье, отношения с властями и так далее, то он все потеряет. Поэтому, естественно, что божественная мудрость, мудрость Торы – это самое главное. И поэтому, неважно, в каком финансовом положении сейчас находится человек, первое, что он должен сделать, это стремиться к божественной мудрости. Он должен выстроить свою жизнь правильно и в первую очередь нравиться Богу, потом людям, а потом придут деньги, придет почет, придет все, что нужно, и придет мало этого, что в этом мире придет все, придет еще вечная жизнь, что в принципе вообще является удовольствие, умноженное на бесконечность. Все. Дай Бог, чтобы мы все соблюдали Тору. Царь Соломон, мудрейший из людей, он говорил, что «Шав ведвар казав архек мимени» – «пустое и лживое отдали от меня». «Раш веошер аль тетенли» – «бедность и богатство не давай мне». «И трефени лехем хути» – «накорми меня законным хлебом». Законным хлебом во всем. То есть, если ты действуешь по закону правильно в здоровье, в семье, в деньгах, в обществе и так далее, то тогда у тебя жизнь будет двигаться четенько и гармонично, потому что ты действуешь по божественным правилам. Если ты правила нарушаешь, ты можешь на каком-то моменте выиграть, но в итоге ты все равно проиграешь. Все, сделайте, пожалуйста, выводы, свои выводы, которые вы для себя вывели из этого урока. Зафиксируйте их, напишите в комментарии, поделитесь с друзьями, обсудите с кем-то, пообщайтесь. То есть очень важно слова Торы, чтобы они превращались в семена, которые дают потом плоды. И плодами является счастливая, успешная жизнь по законам Бога. Что может быть лучше, когда Бог доволен нами, и тогда у нас будет все хорошо. Все, удачи, успехов. Жду ваши комментарии, обещаю все прочитать. Блинедер, без обета. Все.